Якщо ви є поціновувачем маленьких та великих гламурних фесиків, то кому як не вам знати, що гарним, якісним та красивим має бути все? Від самого песика до подушок, на яких він відпочиває. Ось про останнє сьогодні ми і розповімо. В першу чергу місце має бути небольшого розміру, якраз по розміру собачки. Потом оно должно быть, соответственно, мягенькое, потому как собачка маленькая, щеночка мы обычно приобретаем, поэтому оно должно быть мягенькое. И желательно, чтобы оно было со съемным матрасиком, потому как собачка еще маленькая. Місця за формою та призначенням можуть бути різними. Бывают круглые, бывают просто квадратные, бывают в виде тапочка, бывают даже в виде отдельной кровати, бывают диваны, всевозможные кресла, бывают в виде домика закрытого. Для больших собак это должен быть большой просторный лежак, чтобы удобно было лечь, чтобы было не тесно. Для маленькой собачки это может быть как небольшой лежачок, так может быть домик. Ну, для гламурных собак это может быть диванчик, так как они по природе у нас гламурные, поэтому это может быть и диванчик, и креслица, и даже отдельная кровать. Закрите місце береже вашого улюбленця від холоду та протягів, а також додасть додаткового затишку. Лежачки и домики представлены в разных цветах. К примеру, если это собачка-девочка, то есть и розовые, и малиновые лежаки, и ярко-красные, и бордовые, и диваны. Если это мальчик, это может быть и голубой, может быть и бежевый какой-то, нейтральный цвет. Места существуют по цвету и для мальчиков, и для девочек. Ще один особливий вид місця – це місця з каркасом. В основному він виконаний з ротангу. Також існують плетені м'які місця із ротанга, і натуральний, і просто дерев'яний плетені, які дуже добре будуть використовувати літом. Можна винести на терасу, і дуже добре підійде, якщо у вас в домі ротангова мебель, дуже буде добре дивитися в вашому інтер'єрі. Також плетені місця, які зроблені із натурального дерева, дуже легко обробляти, тому що якщо воно стоїть на терасі, то, звісно, воно швидше пачкається, і так же всевозможные блохи, клещи могут попасть на него, поэтому они очень легкие в обработке. Подушечку мы достаем, мягкую стираем, а все остальное можно просто обработать, либо помыть, либо обработать дезинфектором. Дивани с подушками справляють враження королівського місця. Подушечки больше несут декоративный характер, ну, так как места мягкие для собачек делают сейчас почти как человеческие диванчики, поэтому как на человеческих диванах есть подушечки, так и на собачьих, но они больше несут декоративный характер. І якщо вже казати про справжній комфорт для вашого улюбленця, то най в нього буде декілька місць у його найулюбленіших куточках. У вашего домашнего животного может быть несколько мест. Это может быть, к примеру, где-то в гостиной может стоять диван красивый. На кухне вы можете просто, там, к примеру, на где-то его любимое место, любимый стул, просто положить, к примеру, матрасик. И точно так же может быть где-то, если вы живете в частном доме, где-то на террасе, где-то может быть тоже мягкое место, какой-нибудь домик. Що ж, маленька компанія бажає вам вдалого вибору місця, а вашим улюбленцям солодких снів на м'яких подушках.